что у нас возможности для движения города зрения рациональной послужи не было. То есть теоретически, если бы мы остались в осаде после полного окружения, но полное окружение намечалось буквально в течение максимум там, меньше, чем суток, то мы бы могли продержаться, может быть, неделю или две, просто сидя в полном окружении, с минимумом боеприпасов, расстрелянной артиллерией, и вынуждены были бы все равно оттуда прорываться по полному израсходованию хотя бы продовольствия. При этом город бы подвергался обстрелам, в последние дни город и так подвергался достаточно ожесточенным обстрелам, причем именно обстреливались наиболее густонаселенные кварталы, где и ополчения в общем-то не было, где позиции были многочисленные пожары, многочисленные жертвы. Ну, примерно так же, как впоследствии они начали обстреливать город по площади. Ну, это специально для того, чтобы вызвать раздражение в присутствии наполнения. Ну, сказать, делалось это именно для этого, скорее всего, да. А потом, судя по тем фотографиям, которые я видел в интернете, вот эти как бы ребята, как мы их называли, укроп, сидели на Крупине, там на других батареях, которые обстреливали город, они для них, жители Славянска, не были, то есть как бы в их представлении там демонизировали конечно, Донбасс, это какие-то там вати, недолюди. Колорадо. Да, Колорадо. Но тогда, кстати, еще не очень звучало это в основном ватники звучало. Колорадо только нарастало. И поэтому им, по большому счету, было глубоко все равно, кого и чего обстреливать. Им объясняли, что это можно, а нет, этого тащили. Ну, а на помощь там кто-нибудь? Мы, сидя здесь, информацию мы черпаем только из телевизора. Что на самом деле, боевые действия, которые в то время велись в Донецкой и Луганской народных республиках, они были очень местные, вот, если можно сказать, очень локальные. То есть боевые действия шли в основном вокруг Славянска, несколько меньше вокруг Краматорска, немного вокруг Лисичанска и Северодонецка, где держали позиции Мозговой и Брёвна. Какие-то бои шли в районе станицы Луганска и у Карловки. В общем-то и все. В общем-то и все. Больше нигде прямого противостояния на всей территории ДНР. То есть, допустим, вокруг Донецка в мае-июне, кроме известных боев за аэропорт, там и у Мариинки не было ничего. Противник постепенно продвигался, захватил Мариуполь, причем Донецк никакой помощи Мариуполь не оказал. Ко мне Мариуполь обращались, но я был очень далеко и как бы справедливо предполагал, что вообще-то есть кто-то еще другой, кроме славянского батальона. Тогда еще, чтобы оказать помощь Мариуполю, который находился за 180 километров. И противник спокойно совершенно занял Амвросиевку, включил пункт между границей и Донецком, и угрожал занятием всех остальных населенных пунктов. И ничего там не было действий. Никто постепенно продвигающимся украинским войскам там сопротивление. А вокруг Славянска бои шли, в принципе, назвать это боями можно с натяжкой. То есть бои реально были, но они были тоже не такие уж и частые. То есть, допустим, крупных боев было всего несколько. Но стычки происходили каждый день, перестрелки и обстрелы происходили каждый день. Во время всех этих перестрелок и обстрелов мы постоянно тратили боеприпасы, от которых мы уже все трофейные боеприпасы расстреляли еще в середине мая. Поэтому мы зависели от подвоза боеприпасов из Донецка. Из Луганска, критически зависит. Их поступало очень мало. На момент оставления Славянска, выхода Славянска, у нас после нескольких дней боев в районе Ямполя и Николаевки практически полностью закончились боеприпасы к миномету. Мы расстреляли больше 1000 минометных сил, которые у нас были. Не оставалось, по-моему, на 8 минометов, у меня осталось 50 минометов. На один день боя там низкой интенсивности или на одну короткую, к двум находившимся на ходу нонам оставалось 1,5 БК, это где-то около 60 снарядов. К танкам у меня оставалось на 2 танка 1,5 БК, это около 40 снарядов. И подвоза, в общем-то, как бы не ожидалось. Самое главное, что соотношение сил на тот момент было таково, что мы не могли дать уже бой
на открытой местности. Вот под Ямполем мы попытались дать бой на открытой местности. Нас атаковала усиленная тяжелая батальонная группа, которая была до 100 бронеединиц различных при поддержке дивизиона самоходной артиллерии, дивизиона Града. После чего этого наш батальон был в России. Тут еще надо понимать, что подавляющее большинство ополченцев, которые были в Черногории, это были местные ополченцы, которые в основном автомат видели первый раз в жизни, когда им его выдавали. И большинство из них служило, подавляющее большинство, 90% не служило даже срочную службу. А российские добровольцы, которые массово поехали в конце мая, в июне, они до нас, до Славянска, не добирались, их перехватывал Луганск, их перехватывал Донецк, их перехватывали какие-то там казачьи банды, вот казицинские, и они до нас добирались на самом деле единицы из тех, кто ехал конкретно в Славянск. Там была такая трагическая